А Краснодар ждет настоящий зной. В ближайшие 2-3 дня воздух в краевой столице прогреется до 37 градусов. И ближайшую неделю о дожде можно даже не мечтать. Об этом было заявлено на самом высоком уровне. С журналистами встретился главный метеоролог Краснодара. Андрей Бондарь объяснил, почему на синоптиках земля держится. Вообще вся наша экономика состоит из погоды. Мы не можем ничего вырастить без погоды, мы не можем ничего построить без погоды, связь обеспечить без погоды мы тоже не можем. То есть любая отрасль, которой мы не коснулись, она все равно завязана на погоду. Взять даже тех же врачей, которые вроде бы сидят уже и в кабинете, и в этом, но все равно к ним приходят погодозависимые люди и рассказывают, что у них болит голова, давление, там, сердце стучит, скачет. Вот так, без предсказателей погоды никуда. И, кстати, засушливая неделя на руку аграриям. Сейчас на Кубани в самом разгаре уборка зерновых. Если в ближайшее время не пойдут дожди, специалисты пророчат рекордный урожай.